всем привет. Постараюсь быстренько вкратце. Смотрите, сделал такую вот трубочку для курения. Я не знаю, как правильно назвать, она маленькая, ну, может, дудочка. Чтобы вы понимали, вот размер. Вот смотрите. Или вот, допустим. То есть, сразу скажу, вот ушко для ключей. То есть, подвесил. И оно всегда с собой. То есть где-то идете в гости, вам предложили, да, или там хотят угостить, приходи в гости, да. Вы, допустим, брезгуете. Взялся в карман, при большом желании даже в какой-нибудь портмоне можно ее запихнуть. То есть любой карман из-под джинсов, она помещается, вот она. Хоп. Также, естественно, к нему булавочка, да, для чистки. Так как она изогнутая, смотрите, вот велосипедный тросик. Он гибкий, то есть насквозь прочищает. Вот такую вот отверточку сделал, объясню чуть позже сейчас, для чего. То есть кусок гвоздя расплюснул, заточил, куском пластика залил. Все оно тоже миниатюрное. Еще такое вот, смотрите, если рассыпуха, смотрите, хоп, лопаточка. Хоп, загружаешь себе в камеру, аккуратненько насыпаешь, загружаешь, трамбуешь. Поджог, вся тема. Не подумайте, я не наркоман, хотя можете думать, мне пофиг. Сделал ее, потому что, ну, чисто по приколу. Люблю своими руками что-то поделать. Говорится, для души. Суть была не в том, чтобы курить. Я делал именно для того, потому что сейчас они новомодные, да, продаются недорого в киосках их валом. С сеточками, там, с подсветками. Суть в том, что свое, когда сделал своими руками, да, такую вот, из куска трубочки, оно как-то, знаете, вложена душа, как бы некая такая уже вещица несет в себе некий такой заряд. Суть сделать руками своими. Итак, смотрите, по-быстренькому, как это все оно. То есть нашел вот эту вот трубочку. Нашел трубочку, смотрите, сейчас я вам быстренько раскручу. Вот такая вот трубочка валялась. И я сразу увидел в ней, естественно, курительную тему. Но момент был, вот если брать это уже, как служит как камера, да. Связь с трубой, да, камеры и трубы, она была вот тут, ну, проходик был такой, как под тоненькую иголочку. То есть якобы и хорошо, да, но почистить, да, смолы, ну никак. Тем более труба изогнутая, она твердая, чтобы вы понимали, это не алюминий, ничего, это, я не знаю, латунь, наверное. То есть гибким тросиком можно почистить, но опять же дырочка маленькая. Потому я, смотрите, вот таким вот диаметром просверлил, да, высверлил прямо внутрь, где-то вот до сюда, вот, то есть саму трубку, да, зацепил еще. Что входное отверстие, что выходное, оно одинаковое. И чтобы, естественно, нормально курилось, я взял вот, да, вот кусочек болтика. И... Ага, и тут же он, я не открутил. И смотрите, вот. И часть болтика превратил в заглушку. Вот смотрите. То есть я как бы дырочку для курения такую же сделал. Вот, если видно, там вот дырочка, да, вот, вроде поймала. Вот, то есть такую же дырочку оставил, ну, чуть шире, правда, сделал. Но как бы уже и заглушил, то есть ее. Получается, смотрите, сделал под отвертку. И теперь, смотрите, нехитрым движением, то есть сделал резьбу и тут, и смотрите, нехитрым движением кидаем сюда эту штучку. Она может там неправильно перевернуться, но это не сложный момент. Сейчас по-другому закинем. Вот так вот мы ее перевернули, смотрите, отверточка. Оп, зацепили. Закрутили, все, сильно не зажимаем. Заглушка. Мне нравится, это целая процедура, знаете, такое, целая, как это, ну вы поняли.
смысл даже не в курении, а в этом всем, в этом действии. Хоп, вот ушко для ключей, служит как и шайба, и как ушко для ключей. И вот нашел еще, там в хламе валялась гайка, по резьбе ровно подходит сюда, может и отсюда эта штучка. Телефон выключился. Смотрите, вот эта вот гаечка, она и расширяет, да, получается, и делает глубже саму камеру. И плюс еще служит зажимом для вот этой вот петли. Смотрите, вот набор весь для чистки, для загрузки и так далее. Булавочка вот. То есть вот он, чтобы вы понимали. Он прячется в руке. То есть повесил на ключе, не знаю, в карман, в пакете где-то, и оно всегда с собой. Где-то идешь, в гости зашел, да, там, ну, брезгуешь там, да, из чужого. Вот, или там просто даже сам взял, на одну тягу сделал, кинул в карман, вытрусил, кинул в карман, все. То есть тебе не надо бульбуляторы искать, где-то бонги покупать. Оно всегда с собой. Оно металлическое, ей ничего не будет. Опять же, тросиком прочистил, гибким тросиком. Насквозь его прочистил и нормально. То есть, как бы. Даже вот с зажигалкой, смотрите, чтобы вы просто понимали. Оп! Так что не буду лить лишней воды. Опять же, можно новомодную купить там за несколько там десятков гривен. Они недорого стоят. Ну, суть была в подделке, в самой подделке. Как обычно, по традиции, наша короночка, да, а это что? Правильно. Девчушечки, не унывайте, мальчишечки, не расслабляйтесь. Работаем, приду, проверю, обязательно, да. Поэтому, друзья, всем пока, всем мира.